Летние каникулы могут быть не только веселыми, но и умными. Во флагманских школах Подмосковья стартовал новый проект. В летний период дети продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в необычном интересном формате. Программу «Умные каникулы» реализуют в 40 школах региона. В их числе и Люберецкая гимназия номер 16. Последний звонок прозвучал, и учебный год официально объявлен закрытым. Но в кабинетах 16-й гимназии кипит бурная деятельность. В инженерно-технологической лаборатории ученики старших классов изготавливают детали для своих проектов. Но это не классная и не практическая работа, за которую поставят оценку. Для ребят это увлечение и возможность реализовать свои идеи. Здесь дети абсолютно расслаблены и занимаются любимым делом. А мы представляем им здесь просто возможности к этому и помогаем им достичь тех результатов, которые они хотят достичь. Занятия проходят и на открытом воздухе. Во дворе гимназии сразу несколько активностей. Ученики 5 В, к примеру, изготавливают флюкер для определения направления и скорости ветра. Справиться с задачей помогает учитель географии. Что сидеть дома? Ведь здесь мы и гуляем, и получаем новую информацию, общаемся с друзьями. Мы занимаемся не так, как мы занимаемся в школе, то есть просто сидим, что-то записываем, изучаем. Мы это все делаем чаще всего в игровой форме и получаем новые знания, новую информацию. Мне все очень нравится. У нас направление практикоориентированное, то есть без учебников, без рабочих тетрадей. То есть мы стараемся в различного рода приборы, в горные породы, с помощью рисунков, измерений каких-либо. Здесь уже, конечно, мы приобщаем и химию, биологию. В программе принимают участие все, кроме выпускников и первоклассников. Ученики распределены по группам в зависимости от интересов и уровня подготовки. Всего в проекте «Умные каникулы» задействовано более 1200 воспитанников гимназии. Мы работали над составлением программ рабочих и планировали эту деятельность с марта месяца. Это длительная такая подготовка, но сегодня она дает свой результат только потому, что профессионально все учителя и педагоги подошли к этой деятельности, зерно посеяли, заинтересовались к предмету, независимо от возраста. Проект «Умные каникулы» пилотный. Он проходит в Подмосковье впервые только в тех школах, которые имеют статус флагманской. Продлится такая развлекательно-образовательная программа до 23 июня. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.